В Амге идет строительство поликлиники на 200 посещений в смену в рамках нацпроекта здравоохранения. Все работы идут по плану. Ведется кладка стен первого этажа, параллельно опалубка потолка второго этажа. К сентябрю строители намерены закончить короб здания и запустить тепло. Строительство планируют завершить в четвертом квартале будущего года. Новое каменное здание поликлиники будет трехэтажным с обновленным оборудованием и медицинской техникой. Администрация больницы ведет работу по планированию оснащения всем необходимым. Ну, в сентябре планируют завести тепло, и зимой будет работать внутренняя отделочная работа. Там стены, перегородки будут ставить. И в следующем году сейчас вот уточняется финансирование по медицинскому оборудованию. И в конце года, в начале года уже, скорее всего, медицинское оборудование начнут поступать по аукциону.